Еще раз здрасте. Шок у Кристины Мышкиной. Мы едем в кабак. Алкогольные встречать гостей. Мы будем снимать несколько часов. Все, мы уехали. Мы едем. Угадайте, мы куда уезжаем. Угадайте. Как они угадают? В рай! Детский мир. Бессовестно счастливая такая музыка. Да, мечта. У нас мечта. Вообще песня прям такая красивая. Стекло, это стекло. Ты на гараже стекло. Кусь. Я не могу. Ну я могу, но не могу. В чем вопрос? Как там ждали? Кристина, Юля, а наши крутые имена. Русик, Кукурузик, Кристоф, Карамелька, Воля, Брон. Брон. Я не знаю. Сейчас на Никитской находимся. Ты Брон? Идем в кафе. У меня фамилия называется, но мы идем вообще. Ну и все равно. Да, в гостях у сказки вот. Ёлочка. Мне не доверяют. А что, уже я разбил? Да, я ее раскрачивал, собрал, клеил по частям. Видишь? Нормально. Так вот, не умрём. Снеговичок, представляю вам. Дерево. Внутри пусто. Должна быть капуста. Такой красивый, шикарный. Давай вот так держим огнём. Сейчас всё переключать надо. Да, на втором этапе есть. Нет? Тут еще вот это вот есть. Я не знаю. Это кого сильно красиво, вот особенно там. Деревья разные. Я бы в принципе, здесь почти все изменилось чуть-чуть. Но не очень. Из овощей там все. Кстати, я здесь когда бы маленькая бегала. Дома, над нами так вынесли. Над нами небо. Да, небо, кстати. А, кстати, все солнце. Надо было подарки туда принести все. Вау! Круто! Прикольно! А, шарниры что ли, да? Вы сами это все? Нет, она вся шарнирная. Нет, по одной нитке. Ну а мы Кристине подарили завивалку, да? Чипцы для заливания. Я вижу, фото, я вижу. Цветы, розы. Да, розы и коробку подарили. Конфет. Коробку конфет мы ей подарили. Да. Так что давай, с днем рождения тебе, счастья, здоровья тебе. Да, Кристина, поздравляю. Хороших тебя. Верных друзей тебе. А теперь ты да. Раз и с днем рождения. Я присоединяюсь к маминым словам. Давай. А теперь здоровья, ты раз и с днем рождения. Главное здоровья, Кристина. Раз, день, днем, раз, день, днем. С днем рождения! Ура! А что это? Лёмс. О, мукой мой, это же палец, кстати, красивый. Давно здесь не была. Не бывала давно. Трансформ! Оптимус, Оптимус, Оптимус! Оптимус, фиксики! А что это вам подарили? Бамбулби! Деньги! Это Кристина! Да!
да. Первый раз пробую. С такими волшебными трубочками. Батон. Руслан, пей быстрее давай. Давай. Мне повезло. Ваня. Нет. Руся, стакан твой все едет и едет, едет и едет. Мама, короче. Да это специальные салфетки. Да, не беспокойся. А, тогда я сейчас... Не, мне просто вот этого. Вот ты сейчас хлебом не кормить, я убегать, да, я раньше была, маленькая была. Тебе нравится или вообще супер как? Ладно. Идется ворота. А здесь как бы покрасивее, как бы поприятнее, ну, понятно. И музыка, и все играют, как настроение поднимается. Нет, просто порции маленькие. А тебе надо много? Нет, я уже так. Вот ты просто выбор. Бывает, может там садить вас. Может. А может, не знаю, может, знаешь, что? Есть еще тебя мобильный. Не видно, что это будем или не надо. Там не то, что там, блин, поешь, может, блин, двух фото там, две, уже все. А здесь хотя бы как умею наедать. Нет, они, блин. Я почему ел? Пустое щечное мясо. Просто мясо от души. От души. Да.
Как у нас в Таджикистане бабу? Знаешь, в Таджикистане так же, как у нас, тоже что-то хрустящее. Нет, ну там еще другое лицо. Только папа будет. Я пытаюсь выдержать. Это роком пел с клиентами. Валя, это Валя. Это видишь, эти хлопья? Даже Настя может украсить хорошо. Это как спелая малина, знаешь? Вот такая у нас красота. Смотрите, простые блюда, такие шедевральные. Да, шедевральные. Они еще тем более горяченькие, чуть-чуть тепленькие такие прям. И тут еда такая, ну, нормальная. То есть, наешься, отдохнешь, и это ничего не будет. Они снизу чуть теплые были. Вот торт принесли. Да, видишь, вот зажигают свечи. Нет. Руслан, ты осилишь, Руслан? А? Осилишь? Осилишь. Осилишь? Осилишь, съест. Нет. Да. Сколько, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, семь лет. Днем рождения! Получается, ребенок в игрушку упадет, да? Да что сюда его стреляет? Смотрели, как кроликов то. Видите, Криш, конечно, известно все равно. Не снимали. Ребята. Руслан нашел. Оценим. Хавчик. Они такие, знаешь, это необычные блины. Они как такие панкейки. Нет, они как будто из картофельного теста сделаны. Просто есть такое тесто. Это картошка. Так это наподобие панкейков. Только они набиты. Уже а нет, сфоткайся. Он не привык. Он не привык, я так просто, про как он вы есть. Если бы там еще так бы стоило, я бы купить 250, тут нужно было еще как-то платить, а так дорого. Лошади все бегают, там вроде столовая, вот там этот, кухня у них, тут не бегут там. Вокруг. А, вокруг? Ладно. Ради интереса, побрига выше. Дай бог. Ой, это
Стоп, стоп! Смотри, известно, не подавись при. Она газированная сильно. Газированная? Слишком. Сладкая, да? Слишком газированная. Это коробка. Много? Привет. В общем, таким выдает. Пылью. Девчонки, специально газировки налили, а ценник как за коктейль. И разбавили водой из туалета, и все, и пейте. Я тоже объелась. Ты вот! Тут наездка же быстрее, чем в пробке. Я тебя буду нормально. Я тебя наелась. Я тоже чуть-чуть уже начинаю наедаться. Ну, я имею в виду, я наедаюсь, потом меня отпускают. Здесь как в метровке, когда с Машей будет. Здесь такого не будет, потому что тебя аж тащили. Мочки, смешарки разные. Любимые. Селфи. Здорово. Лента, здорово, это мы отмечаем нюхи моей жены любимой и моей дочери любимой. День рождения Кристины. Кристина, да? Да, Кристина. Такие красивые. Розовый цвет мой любимый цвет. Сразу говорю, я не жрал. Как мудак. Это очки ты дали им, нет? Thank you.
Нашу машину, точнее. Да. Как это сейчас снимать? Я просто буду какого-то показать. У меня жена-то. Знаете,